Я открыл свой магазин цифровых товаров. Там очень низкие цены и очень дешевый раст. Перед покупочкой всегда читайте описание. Ссылочка будет в описании под видео. Вот, здравствуйте. Димыч, отходите. Димыч, отходите. Отходите. Кого-то убили, да. Димыч, авторизуйтесь. Сейчас что-то будет. Потом готовься дверь ставить. А в два прописал? Димон? А в два? Да, какую дверь? Ты куда ставишь? Двойную дверь вот сюда ставить. Вот сюда двойную дверь, давай. Ломай это дело. Ломай это дело. И готовься ставить фрейм. Фрейм и двойную дверь. Выходи назад. Какая двойную дверь? Быстрее. Димон? Жмут? Ставь кудлок. Открывай дверь. Открывай дверь. Открывай ее просто, спокойно. Они ее заучили. Ах ты ж ё-моё. Там крутится. Отлично. Отлично, Димон. Подними меня, если хочешь. А можешь не поднимать. Так, нормально. Они успели, кстати, кудлок сразу прям активировать мигом. Я не знаю, как они так быстро среагировали. Там крутилась этот... Ревик. Нахитовал? Уходи, да. уходи. Не лезь. На рожон. Заберу с него патрики, подожди, мины. Там мины есть, нормально там добра. Хорошо ловушку поставили. Все, меня это радует. Так, броня. А вот так вот, да. Вот так вот, я обожаю эти баги. Вот так вот, готов. Ставь дверь быстрее, Димон. Все, вроде мы... Ставь, запороли. Все, отлично, Димич, отлично. Ну что, теперь можешь где-нибудь сундуки воткнуть. Это будет сложнее, конечно, уже. Все, там войнуха пошла. Вот так, ребятки, мы поставили ловушку бункер 911. Название я сам придумал. Ловушка, в принципе, ничего особенного из себя не представляет, но работает. Всем привет! С вами Бэшик. Новая просилочка. Немножечко переделал, немножечко повысил значение. Приключения на красивейшем хэписе продолжаются. В этот раз мы поставили ловушечку и поймали нормально такое количество народа. Многие почему-то не замечают под ногами шотган-трэпы. Почему-то они вообще туда не смотрят. Притом бегут, смотрят такие... Кто меня убил? Что меня убило? Хлоп-хлоп, нету. Он подбегает следом, после того креснулся на спальнике. Что, где, как? Его опять убивают. И так они могут по несколько раз. При этом каждый раз почему-то с лутом прибегают. Там либо пайп, либо что-то более дорогое. Выживать я продолжаю на проекте серверов Ultimate Rust. Это целых 5 серверов. Выбор шикарный. Вся информация в описании под роликом. А теперь поехали смотреть, как работает ловушка. Ты живой? Да, я живой. Беспокойся обо мне. Упс, Димон. Спасибо, я прям это. А я не думал, что он тебя вытащит. Тихо. Я тебя прикрываю, Димон. Надо сломать эти два блока. У тебя киянка там есть. Я тут выйти. Да. Я обожаю эту игру, просто... ХП было много, броня была, меня убили. Это раст просто. А его не убило. А его не убило, да, это просто раст. Он просто зашел такой одноразовый, шваркнул меня, и я умер. Я обожаю эту игру. Каждый раз вот с такими моментами я все больше и больше люблю. Зря ты открылся с Димон. Очень зря. Убило, да, кого-то? Одного, да. А, так их там несколько. А второй мне, короче, еще заехал. Один готов? Так, это... Вот, пайповщик. Есть еще? Ребята. Спина. Зелень. Да, вижу. Димон, заходи в будочку. Наших бьют. Заходи в будочку. И дал, но патроны кончились. Нормально. Так, ну сейчас с Пайтоном я буду, значит, немножко... Непонятно, как я буду стрелять. Сейчас погоди, спущусь. Там патроны снизу валяются, 5.56 для того дома, потом пойдем на ловушку и там будем отстреливаться. Короче, битва вот там была вдалеке, не знаю, рассосалась или... А, здравствуйте! Специально один зеленый патрон взял. Ты его убил, что ли, сейчас? Да-да. Или его турель убила? Это что-то было страшное, я испугался. Я его свалил, и турель сразу за него добила, короче говоря. Погоди, у него 6 топляка, ну он 6 топляка он нам принес, ты прикинь. Вверху? Второму вдалеке дал минус 50. Голова? Нет, не голова. 41 дал. 32. А мина в кустах есть. Пайпу достал. Уронил. Добил.
А, это кепка, которая прибегала, я понял. Они уже были здесь. Где второй? Вижу. И дал. 28. Дал. Можно этого собрать. Как так-то? Я стрелял. Ну что, кофейничек принес нам пайп. Ой, ну в баню. Мы подняли пайп. На этом все с патронами. И с кофейкой. Пойдем. Пойдем захомаемся, да и все. Там их шона сейчас словим куда больше. Я тебя понял. Ага. Право. Уронил одного. А так, Димон. Кураж. Так, убегать будет сейчас. Ну ты лучше меня прикрой. Я боюсь, он сейчас просто рванется. Не туда. Зеленка, да? Или двустволочка? Двустволочка, да, по звуку. Да, да. И лук еще пляет меня. А чё их так много там? Димон, уходи в сторону. О, Дима. Дима сверху. Убил. Да ладушки, как с него залетает-то хорошо. Я понял, где он. Судя по всему, один. Одному по 31 попал. Двое. Не знаю, что у него за этот, я не попал, слишком тяжело мне. Да ну, с разворота мне хэдшот сунул. Так. У нас гость с другой стороны, Дим. Дима, забирай. Ты живой? Когда Дима называешь, у меня, да, я живой. У меня аж переклинивает. Меня что-то давно не называли. Дмитрий, Димой. Дима, у нас револьвер. У меня один шприц, 50 хп. Уходим до дома. Идем, мы уже подняли двустволку и вообще все хорошо. Ух ты ж, какая швабра пролетела передо мной. Хоть и вдалеке. Это же посерьезнее противники, чем Руфкемпер. Вот ты про этого парнишку говорил? Не, Руфкемпер он серьезен, конечно, только что двери всегда закрыты, не пойму, откуда он стреляет. Меня стреляют! Подожди, пусть идет. Пусть идет. Я не успел семки посадить. Ну да, пусть идет. Я же сказал, что не дойдет далеко. Так, кепать наименьшая из бед. Так, аккуратно, у нас там за деревом один. Я прямо взял. Что за... Что за... Можешь меня поднять? Поднимать? А, ты можешь меня оформлять? Я такой думаю, окей. Доберманку заберу. Ну, вот я про это говорил, да. Я, правда, сейчас встану, конечно, быстро. Он об этом не подумал, да? Видимо, не подумал, Димон. Подожди, Димон, я соберу себя сначала. Тебе проще на спальнике зарезаться, только что хилиться придется. Ясно, Димон, спасибо, да, я успел тебя поднять. Так, патроны притащили нам. Так, кто там еще убил один? Патроны притащил. Да, не заметишь. Я тебя орю. Вон, на барыне не замечают, на барыне, когда стоит в человеческий, ну, да, рост, да, в середине. Да. Так что, это очень внимательно. Сзади, сзади, сзади. Это что мое, Димон? Скорее всего, минус... Нет, не минус один даже. А не минус один. Вот теперь минус, Димон. Вот теперь минус. Но там еще один бегает, ну да ладно. Да. Сейчас я. Ох ты ж мое. Ох ты ж мое, Димон, там ни одного не бегает. Ты понимаешь, как все плохо-то? Ой, семечки принесли, мне семечки нужны. Тут на огонек никто не за... Ой, да там кому-то дверь выжигают. Слушай, пожарников вызывать надо, пожарник. Зачем стрелять? Там пожары, вы стреляете. Не надо стрелять. Что это сейчас было? Пламя почему-то по всей дороге. Я глючу, нет? Вот это да. Вижу одного. Убежал. Не вижу больше никого. Вот, ой, они бегут на тебя, Димон. Кого на меня? Я бейчу. Уходи к ловушке, Димон. Уходи, уходи, уходи. Втроем просто бегут в этот дом, походу, да? Да-да-да-да-да. Голова! Минус я! Ах ты ж мое, у него флешка.
Димон, я залутал твою берданку, если что. Давай на ловушку их бейтить. Если успеешь залутать, то хорошо, если пай взял с собой. Мимо. Дима. Там не разбериха какая-то творится. Один готов, Дима. Дима. Не знаю, там еще был один в каске. Это ты? Лутай прям по дому. Постом лутай. Все, второго я убил. Робота убил? Так залутай его. Лутаю тебя и убегаю. У нас спереди два. Димон, у нас еще со стороны один. Иду врываться, они тут. Одного уронил. Справа под кустом. За деревом еще один. Ай-яй-яй. Убил. Убил, Дима. Дима, я их убил. Сейчас. Дима, прикинь. Там их четверо было. Ну, в сумме, наверное, да. Ревик заберешь свой? Да. Чего вы за мной бежите все? Дима? Меня прям перед домом убили, но он не залутает. Конечно, не залутает, потому что больше ловушка грохнет, скорее всего. Ловушка. Какая плохая ловушка, да? Да! Меня уронили прям под домом у нас. И третий андроби сдох. И четвертый андроби сдох. Да что они там все... Димон, я застрял. Я тебя поднимаю, Димон. Я не могу просто выйти, потому что я тебя поднимаю, Димон. Собирай весь лут. Просто собирай весь лут. Да, я сначала отсилюсь. Уйди в сторону, в сторону. Собрал куст. Ё-моё, Дима, тут их так много. Дима, их очень много. У них есть хил, Дима. И я семечко. Знаю, я... Так, а это был, по-моему, я. Да, это, по-моему, я был. Это еще кто-то валяется. Ты валяешь. О, Дима, я тебя нашел. Собирай себе, Дима. Тебя много там. Тебя много, Дима. Я знаю. Дима там за домом сразу. А, ты бы это видел. Он просто шажок вперед сделал и... Да. Еще берданка одна. Еще один просто умер. Что? Ой-ой-ой-ой. Дима, я фуловый просто. Я фуловый. Дима? I'm alive. Дима, я за тебя отомстил, Дима. Макри в деле, макри в трейде просто. Да тут на всех напали. Димон за деревом был. Вот, на родной. Забирай, зеленка твою. Забей на второго, забирай. Я найду второго. Отдохни немножко, отдохни немножко. Все хотят, к сожалению, дружище, все хотят. Дима, где он? Дима? Лево. Просто охренеть. Лево. Вижу его. О, готов. Господи, готов, Боже, готов. Еще один. Так. Вижу еще там одного. Ах, меня сваншотали. Димон, внизу давай, забирай. Давай, забирай его. Забирай, успеешь забрать. Мой Пайтон отжал, собака. С подгорочкой там был, подгорочкой. Жалко. Он просто убегает. Да, стреляй по нему, конечно же.